В Нижегородской области сегодня началась вакцинация медработников от коронавирусной инфекции. Вчера, как мы сообщали, в регион прибыла первая крупная партия вакцины, 2772 дозы. Есть все оборудование для перевозки, хранения, морозильники, рефрижераторы. И вот сегодня первым желающим вводят вакцину. Как скажет мужчина? Да? О, правильно. Прекрасно. Никаких проблем. Советую всем прививаться. Это обычная вакцина. Я доверяю нашим изобретателям и вирусологам. Главный врач объявил, кто хочет привиться. Я, мне кажется, успела в числе первых, чтобы защитить своих близких. Поскольку уже много знакомых болели, и, к сожалению, есть случаи летальных исходов. Не хочу заболеть и своих родных обезопасить. У меня родители, муж и двое детей. Муж поддерживает, а родители пока сомневаются. Но я их тоже хочу убедить сделать прививку. У нас на каждого пациента проведено анкетирование с подробными адресами, фамилиями и отчества, с контактными телефонами. То есть в ежедневном режиме мы будем обзванивать и интересоваться их самочувствием. Ограничения после вакцины есть. Это избегать саун, горячих тепловых процедур в течение 3 дней, принятие спиртных напитков, крепкого алкоголя. Из побочных эффектов, что мы отмечали, это небольшие покраснения кожи. То есть при этом можно выпить антигистаминный препарат. Обучены все медицинские сестры и врачи, все обучены, прошли курс по вакцинопрофилактике, и в том числе по применению и работе с вакциной коронавирусной инфекции. То есть при необходимости количество прививочных бригад мы можем увеличить до необходимого охвата населения, которые подлежат вакцинации.